я очень рад. В принципе, дистанция пройдена была очень хорошо, немного сбились. Награды классные, форма специальная, Кубка братьев Агеевых. Я считаю, что это очень достойно для чемпионов. Это самые непередаваемые впечатления, потому что сидели в пандемии год, вырвались из нее. И, конечно, классно, что мы здесь приняли участие, во-первых, в таких соревнованиях замечательных. А потом еще и получилось выиграть. Меня все впечатляет каждый год. Я уже третий год сюда езжу. Организация вообще на высоте. Призы вообще прекрасные. Очень все понравилось, очень все захватывающе. Атмосфера просто бомба. Все счастливые, довольные. Настроение веселое. Отличные подарки, особенно кубки. Полностью довольны от соревнований. И, в принципе, ждем и будем бороться дальше. Было тяжело, но боролись до конца. Очень рад. Хочу сказать спасибо кубку братьев Агеевых, всем, кто организовал эти соревнования. Организация очень хорошая, нам очень нравится, это наше любимое соревнование. В этом году, конечно, открытие было просто бомбическое с Алексеем Кортневым. Это очень приятно, что с каждым разом уровень соревнований все растет и растет. Отлично, понравилось. Всем спасибо организаторам за такой праздник. Ну, все было круто, соревнования очень хорошие. Да, отличный праздник, много людей приехало. Отличные соревнования, отличный состав. Вот мне очень понравилось то, что мы собрали свой питерский. Ну, вообще соревнования понравились, подарки тоже. Вообще на пьедестал было выходить очень весело. Вообще шикарно организованный, как обычно. Все очень классно, спасибо большой организаторам. Самые крутые соревнования, атмосфера просто супер. Советую приехать на эти соревнования, погоняться. Red Bull просто класс, спонсоры супер, всем спасибо. Честно, первый раз участвуем и сразу на пьедестале с кубками. Отличная организация, крутые соревнования, позитивные эмоции. Спасибо всем, кто проводит. Очень нравятся соревнования, надеюсь, что в следующем году будет так. Нам очень нравится, здесь мы хотим, будем приезжать сюда еще раз. Ага, ура!